Подтопления жилых домов нет. Переливы автомобильных дорог отсутствуют. Состояние ГТС на текущий момент без изменений. За исключением ГТС, это около села Комсомольское, имеется небольшой прорыв в районе 1 метра. Значит, на этой неделе планируется подсыпка данного участка. У нас сейчас однозначно никаких последствий не предвидится, потому что вся территория первой и второй категории дорог, они открыты, ливни и канализация работают. Ну, то, что касается по подготовке, наверное, чуть-чуть попозже начнем уже прочистить ливневых колодцев для того, чтобы в последующем это все убрать. Сейчас главная задача начинать работу уже по очистке той грязи, которая на дорогах, естественно, очистка бордюрных камней. Как раз и все. То, что касается по сельским поселениям, ситуация пока как бы должна быть доложена, то конкурс объявлен. И на этой неделе постараемся тот прорыв, который имеется, ликвидировать. Вчера также был объезд, вчера, то есть каждую неделю, выходные почты. На данный момент ситуация не изменилась, и практически подъем воды нет. В некоторых населенных пунктах уже вода освободилась тогда, то есть пока вот ситуация такая. Накопление тоже не будет? Накопление, на данный момент, если сказать, это минимально. В районе Комсомольского большой шум там планируется, но возможно не в тех объемах, которые были в прошлом году.